Друзьям всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Вот я иду в одну комнату, мой муж в вторую пошел. Оказывается, нам поменяли сегодня комнату, потому что мы заказывали, чтобы был еще диван для Давида. И многие спрашивали в первом видео, где спал Давид. Дали такую кровать, как бы раскладушка или как по-нашему, если назвать, то Давид спал, у него была кровать, все было нормально, мы все вместе. И вот другая наша комнатка, ой, да, комнатка, я вам тоже ее сейчас покажу. Потом мы заказали вот такую вчера, вот здесь этот диван, он раскладывается, но когда заказывали, то были, а когда приехали, то уже, конечно, она очень извинялась, ну, так получилось, что комнату заняли. Может быть, ее и не было, а по компьютеру показала, что... Ну, ничего страшного, мы переночевали, никаких проблем, все хорошо. То я вам... О, снова кофе, следующий буду свежий пить. И чай, и кофе здесь есть. Стульчик вот такой. Та же самая комнатка, но больше. А, там не было микроволновки, а здесь есть что-то подогревать. А здесь вот есть холодильник маленький такой. И столик. И кондиционер, что очень хорошо. Здесь очень жарко. Хотя температура... Мы только что приехали с мужем, дети там по делам еще у нас остались. То 80 по Фаренгейту, 88-89 показывает в машине. Так как и у нас есть такая тоже температура. Вчера, позавчера было у нас так в Мичигане. Но здесь такая температура более, как сказать, у нас не так жарко при такой, при таких градусах. А здесь более жарко, хотя градусы одни и те же, но разница большая, друзья. Так что еще дальше покажу вам. Здрасте, это я, уставшая. Будем сейчас отдыхать. А, здесь все так же само. Вот туалет, ой, умывальник, шкаф, одежду вешать и... Тоже полотенечко. О, здесь душ-кабинка, а в том в номере была ванна. Здесь душ-кабинка. Такая. Еще эту ночь и завтра планируем на ночь мы уже выезжать домой. Так что вот так. Постелька чистая. Все чистенько. $300. За две ночи, да. Гостиницы дорогие, они и кругом дорогие. Всегда. Так что, такая наша комнатка. Пойду мужу помогать, чтобы вещи нужно перенести. Другие. Все, пошли. Да, идем перегружаться, да. Переселение. Глад самое первое свои бутылки понес. А почему сумки никакие не взял, ничего? Так там надо послуживать его все. Да, что ж ты без меня, да? Ну да. Ух ты! Это все сейчас нужно собрать и переехать. Ну ничего, сейчас соберем и переедем.